Всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала, а также подписчицы. Я знаю, что у меня много девушек на канале. Вот, ну, в основном мужчины, но есть и девушки. Решил показать вам, девушки, прекрасные полукроссовки. Может быть, кому-то понравятся. Те, которые представлены в нашем магазине, вот буквально пришли из новой коллекции. Давайте на них просто посмотрим. Соответственно, мерить я их не смогу, но расскажу. Данная моделька называется у нас Venus Revolution 5. Стоят они 4500. Подходят они для бега на беговой дорожке, так и для фитнеса. Очень удобный пеноматериал, комфортный. Сеточка используется двойная. Ну и достойный, довольно симпатичный внешний вид для женских кроссовок. Очень симпатично смотрится. Вот, далее идут кроссовки для бега по беговой дорожке, либо на улице. Две модельки. Называются они Nike Downshifter 10. Ценник 5000 рублей. Такие же, как и мужские, на которые я делал обзор. Но это женские модели, соответственно, размер поменьше и немножко другая колодка у них используется по УВ. Ценник у них 6200, тоже это модель из новой коллекции, поэтому смотрите, девушки, дамы. Если вам понравился мой обзор, понравилась данная модель, хотите приобрести удобную, комфортную обувь для бега, то эта модель будет наилучшим выбором. Вот такие же есть беленькие. Стоят они 5000 рублей. Черные. Тут опять же все зависит от того, какие вам больше нравятся. Это именно беговые варианты, ребята. А также Nike представлен в категории спортивный стиль. Очень известная модель — это Nike Tanjun. Многие берут женщины, многим нравятся. Очень легкие, комфортные кроссовки для повседневки. Также у нас идут классика. Это Midrunner вторые. Стоят они сейчас 2700, ребят, со скидкой. Так что, девушки, приходите, покупайте, если вам нравятся классические кроссовки. Выполнены они из материала текстиль. Также у нас пришли новые Viral All Day. Думаю, мужские такие придут. Обязательно сделаю на них обзор. Женские уже есть, ребят. Просто некоторые говорят, вот женщин обделили туда-сюда. Да нет, никто ничего не обделил. Вот они, женские, ребят, пожалуйста. Черненькие, беленькие. А также, опа, ребят, новые Air Max. Смотрите, какие симпатичные. Симпатичные акулы. Называются они Nike Air Max Bolt. Ценник 7800. Они выполнены в черном цвете, пришли к нам и в белом. Не смотрите, что здесь написано «бег». Это модель классического стиля для повседневки. Вот такая вот линеечка Nike. Сейчас еще пройдемся по линеечке Fila. Для вас, прекрасные дамы, посмотрите, что представлено в нашем магазине. Из женских моделей Fila популярные вот эти. Это Megalite 4.0W. У них используется пена. Средняя амортизация, двойная сетка. Довольно-таки популярная модель, многие берут. Выполнены они в двух цветах. Черненькие такие, синие. Плюс Fila Webero многим нравится. Моделька имеет высокую супинацию. Довольно-таки комфортно, удобно. Именно вот для бега по беговой дорожке. Подойдет прям супер. Так что, прекрасные дамы, прислушивайтесь. Вот эта моделька прям топчик. Если из Fila выбираете. Они опять же в двух цветах. Даже не в двух, в трех цветах. И еще вот такие оранжевые. Технология Energizer у них используется. Средняя амортизация. Вот эти вот Fila, ребят, достойны внимания. Вот эти три модельки. Webero прям топчик. Ну, есть модель, которая предназначена непосредственно для беговой дорожки, для бега. Это вот эти Fila Freedom W. Они имеют жесткий супинатор Energy Light, который обеспечивает торсионную жесткость данной модели при беге на дальней дистанции. Симпатичная моделька. Из спортивного стиля Puma у нас популярна вот эта моделька. У меня есть обзор на мужскую модель из данной серии. Есть такие же и женские. Довольно-таки популярны, хорошо раскупаются в нашем магазине. И вот такие вот из новой коллекции пришли. Mid Reflective стоит 4800, кому интересно. И Cilia Mod стоит 4500.
Так что, прекрасные дамы, если вам понравились данные модельки, приходите в магазин Спортмастер и покупайте их. А на этом я буду с вами прощаться. Желаю вам счастья, добра и хорошего настроения. С вами был Михаил. Увидимся в следующих обзорах. Всем пока, друзья.